Российский офис марки Kia наконец-то раскрыл цены всех версий нового кроссовера Seltos. За самый дорогой вариант придется отдать 2 миллиона рублей, а за машину начального уровня попросят 1 миллион 100 тысяч. Базовая комплектация Classic включает 4 подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему и электрические стеклоподъемники. А вот колеса 16-дюймовые стальные. На ступеньку старше — комфорт. Он предусматривает подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также круиз-контроль и Bluetooth. Вариант Lux нафарширован занавесками безопасности, климат-контролем и более продвинутой медиасистемой. У Lux есть камера заднего вида и парктроник, противотуманные фары, датчик света плюс рейлинги на крыше. Комплектация Style отличается только декором, 18-дюймовыми колесами, а также светодиодными огнями и фонарями. Еще одно интересное отличие — полноразмерная запаска вместо докатки. Prestige — это снова 17-дюймовые диски. Зато включены светодиодные фары, комбинированная обивка салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, 10-дюймовый тачскрин и штатная навигация. Продолжает список аудиосистема Bose. Кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, передний парктроник и большой цветной экран на панели приборов. Seltos Premium — это кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, датчик дождя, проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и богатый набор электронных помощников. Продажи Seltos начнутся 2 марта, но самые простые версии с атмосферником 1.6 появятся не раньше июня. На старте же будут доступны только безнадувный 2-литровый вариант и мощная турбированная модификация.